Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как переживать уход людей из моей жизни, даже если я понимаю, что мы не смогли бы быть вместе, мы разные и так далее. Я очень быстро привязываюсь к людям, а потом тяжело отпускаю. У вашего вопроса есть, на мой взгляд, две составляющие. Первое составляющее — это то, что, ну вот, скажем так, как-то вот переживать болезненно то, что кто-то ушел, да, какие-то отношения закончились, это абсолютно нормально. Вот, абсолютно нормально переживать по этому поводу, болеть по этому поводу, грустить по этому поводу, вот, потому что, ну, мы в этом смысле все живые люди, и абсолютно нормально, что, что вас эта тема, ну, расстраивает, вот, ничего необычного в этом нет. Прямо первое, что нужно, это просто позволять себе чувства, которые у вас есть, вот, плакать, если хочется, вот, горевать, то есть позволь себе просто горевать, это первое. Это первый момент. Второй момент. Мне показалось, исходя из вашего текста, что вы много именно вот внимания, много именно вот своей, ну, своих ресурсов, скажем так, тратите на другую, ну, на другого человека. То есть, ну вот хорошо, вы говорите, что вы быстро привязываетесь к людям. Ну давайте конкретизируем этот момент. За счет чего? За счет чего вы быстро привязываетесь к людям? Как эта привязка возникает? Как вы понимаете, что... что она, эта привязка, возникла. Чего вам в этой, ну, грубо говоря, привязке хочется, вот, если хочется. Вот. Когда вы расстаетесь с человеком, появляется чувство, что вы, ну, что-то потеряли, да, появляется ощущение, что вы чего-то лишились, или вас чего-то лишили, особенно это неприятно, когда с вами расстаются, а не когда вы расстаетесь. Вот. О чем идет речь? Вот про что вы говорите, не ясно, потому что вы не конкретизируете, а может быть, вы не знаете сами этого, ну, в смысле, ответа на этот вопрос. Вот. Но так или иначе, выяснить это. Прояснить это крайне важно, крайне нужно, потому что это является сердцем той ситуации, которую вы описываете. И не, это не проблема как таковая,
это не является проблемой, прям как прям проблемой, проблемой, потому что, ну, если вы привязываетесь, например, к людям, то совершенно очевидно, что чего-то вам в этой привязке хочется. Если вам чего-то хочется, это абсолютно нормально, если вам чего-то хочется. Но дело заключается в том, как вы это реализовываете. Как вы реализовываете то, чего вам хочется. Сейчас, по моим ощущениям, опять же, то, что вам хочется, вы как будто бы приравниваете к людям. Связываете с людьми. То есть я вот чего-то хочу, да, вот я, мне что-то нужно, и я через другого человека пытаюсь, ну, пытаюсь этого достичь, этого добиться. Вот. Это неплохо, то, что вы пытаетесь именно от другого человека добиться этого. Но что будет, что если он вот, ну, не захочет? То если он вот не хочет вам, ну, грубо говоря, давать то, что, ну, то, что вам хочется. А что если, ну, вот, он скажет нет. Ну, человек. Человек, я имею в виду. Вот, то есть это, эти же, ну, эти же ситуации, да, они же возможны, правильно? Вот. Они возможны, они, что называется, реальны, эти ситуации. Эти ситуации, вот, и вот, вот вам, вам вот в данном ключе нужно что-то делать, вот, понимаете, какая штука. А иначе, ну, просто вот вы оказываетесь, ну, по сути, в таком состоянии, да, когда, ну, вот просто... зависимо. То есть это очень-очень-очень зависимо состояние здесь у вас. К сожалению. И вот, собственно говоря, вот на это я бы и хотел обратить ваше внимание. Пожалуй. Потому что именно вот как бы, ну, ваша уязвимость в этом смысле дает проблематику. Уязвимость и отношение к, ну вот, к своим чувствам. Я бы вот, наверное,
ну, я бы так это сформулировал бы. Вот, ну, на мой взгляд, да, я бы так это сказал. Сейчас. Вот. Ну, просто навскидку, если. Да, ну, просто навскидку. Вот. Надеюсь, что вам это было, ну, как минимум, да? Интересно? Вот. Как минимум. Надеюсь, что вам это было полезным. Что, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать ну, для себя базовые, значит, постулаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Удачи!